канале Даша ТВ. И сегодня с Дашей мы будем открывать новогоднюю. Даша, где ты его брала? На Творог подарила. Вау, ты хотела куколок Клол? Да, я собрала такую новогоднюю серию. А что? Совсем недавно приходил Дед Мороз и принес нам кучу-кучу подарков. И мы уже начинаем их потихонечку распаковывать. И уже с Дашей начинаем. А что из этих куколок можно построить? Снеговика. Снеговика, поэтому он новогодний, да. Ну что, попробуем? Да! Давайте открывать. Мы решили, что первых два шарика мы будем распаковывать по отдельности, а последний вместе. Будете по очереди. Смотрите, там есть подставочка. Я вижу уже, что здесь есть подставка. Смотри, Даша. Я думаю, что первого нужно большого открывать, самого, потом среднего, потом маленького. Да? Конечно, чтобы построить снеговика. Доставайте подставочку. Так. Вот, на которую будете ставить. Смотрите, какая она красивая, с глиттером. Миланка, давай будем открывать. Я один слой, а потом я один слой. Хорошо, открывай. Миланка, помогай, если что. Давай. Открывать. Да-да-да, сейчас должна попасться большая куколка, да? Нет, сейчас должна, наверное, большая попасться. Да, тут самая большая, мне кажется, тоже будет. Потом будет малышка, а потом должен... А здесь немного слоев. Все внутри, оказывается. Ну, потому что это шарики, да. Так, здесь еще одна молния. Ну, мне кажется, что это все-таки... Ну ничего страшного, сейчас посмотрим, мне может кажется, быть она красивая. Да, мне кажется, что будет главное весело. Смотрите, где-то должен быть еще нос, чтобы потом приклеить, и глаза. Смотрите, внутри. А, он должен, наверное, светиться. О, вот это да. И конфетти какое-то. Ну ничего, наверное, он должен включаться где-то. Давай, ты открываешь какой-то пакетик. Давай, вот эти вот маленькие мы видите. А вот и всякие аксессуарчики. Так. Ух ты! Вау, украшение новогоднее. Может, это для нашего снеговика? Это какая-то штука. Смотрите, у меня прозрачная бутылка попала. А, бутылка. Ничего себе. Сердечко. Угу. И расчесочка. Смотрите, тут даже лупа. Здорово. Так, распаковывай. Должна быть вот здесь. Кто-то? Ой, что это? Тело. У нас попалась вот такая вот здесь самая главная. Голова отдельно? Да, ну они вот тут вот как складываются. Ну, по крайней мере, должны. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, красивая будет, правда? Так, сейчас я попробую вставить. Дашуня, а ты открывай еще один пакетик с одежками. Так, значит, у нас такая... Смотри, где. Может быть, в следующем шарике одежки? В большой уже все. Покажи, Миланка, какая куколка попалась. Вот, наверное, да, что-то? Это наряд и вот ботиночки. Вот, у нас попалась вот такая. Ой, какая кучеряшка. Это Лол, похоже, с волосами. Классная какая. У тебя еще такой не было, да? А глазки какие красивые у нее. Мне посмотрите. Кажется, ее можно расчесывать. Конечно, да, можно. Да, нам шла в наборе вот такая вот штучка. Расчесочка к ней, да? И еще вот такой аксессуар. Может, это в виде шубки или шарфика. Да, может, это вообще шубка. Мы потом разберемся, правда? Да. А также у нас в шарике здесь лежали вот такие вот прикольные штучки. А это к нашему снеговику, да, потом наклеим, да? Ой. Это наверное. Да. Так, значит, мы пока собираем. Смотрите, ребята. Красота какая. Так, у нее есть бутылка. Так это может ее украшение, шарфик? Да, 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 может быть. Смотрите, какая она нарядная, новогодняя получается. Ребята, давайте. Еще. Ой, у нас тут зеркальце. Это лупа. Это лупа, ну а что через нее смотреть? Похож на твои очки. Прям под... Смотри, Милана, он светится. Будет наш снеговик светиться. Есть? А, у нас здесь есть. Так, сейчас куколку нужно поставить в шарик и поставить ее на подставку.
где, кстати, у нас здесь, наверное, нету такой штучки, на которую куколка ставится. А, есть. Нет. Так, а мы аксессуарчики ей не будем ставить туда внутрь? Можно положить, чтобы не перепутались. Вот эти вот. Первый шарик, я думаю, можно установить на платформу. Да. У нас, кстати, вывалилась, оказывается, куча конфетти. Вау! Новогодние. Новогодние, да. Но сегодня же Новый год. О, смотри, как здорово он стал. Наша куколка упала. Ничего страшного. Так, у нас лупа. Как он светится красиво. Ну что, открываем второй теперь? Так, теперь открывает Миланка. Сейчас нужно средний открыть. Так, вот средний. Нет, вот это. Так, подождите. Давайте. Открывайте любой. Мне кажется, вот этот побольше. Любой открывайте. А потом соберем. Так, сейчас мы поймем, мне кажется, потому что вверху должно быть животное. Питомец. Если у тебя животное, то питомец. Ой, а почему тут две куклы? Не знаю. Вот. Помогай Миланке открывать. Давай. Ой, а ты что-то. Тут опять сюрпризы. Давай. Мне кажется, что здесь будет питомец. Да. А может быть вообще здесь будет три куколки? Нет, вряд ли. Конфетти уже здесь вываливается. Здорово. Вот это сюрприз. Дашка, нравится тебе подарок от Дедушки Мороза? Классно. Мне кажется, она очень похожа на оригинальные шарики. Что там? Опять? Опять конфетти. Ребята, смотрите, опять морда. Ну, я думаю, что можно будет выбрать потом, какую вы хотите, да, с снеговика. Давай я вот этот. Да. Сейчас Миланка откроет. Куколка. Как это куколка? Покажи, какая. О, какие у нее волосы. Посмотри, косичка. Это странно, почему? А где второй теперь? Ребята. Что потерялось? У нас не потерялось, у нас не было одного туфля. Ну ничего страшного. Так. Ладно. Ребята, она у нас какая-то странная будет. Но зато ей можно мне будет делать прическу. И почему-то? А, ну нет, все нормально. Посмотри, какие у нее волосики красивые, нет, желтенькие. Мне кажется, что это лук какой-то с волосами. У тебя еще таких не было, правда, Дашенька? Ой, смотрите, она прям на работе. Какие волосы они красивые. У нас таких лол еще не было. Да, но самое главное, что это интересно, мне кажется. Конечно, что-то новое. Да, что-то новое. Ребята, мне кажется, что надо... О, вот туфелик, он был внутри платья. Запутался. Ура, ребята, нашелся, смотрите, да? Смотрите, тут одна, тут, а вторая. Так, хочется, чтобы тут малышка попала. Ну, не знаю, посмотрим. Так, в любом случае, хорошо, что они не одинаковые, все да, три. Да. Все разные, и с ними будет интересно играть потом. Пока Милана одевает, я... Даша, может, у тебя получится ее одеть? Потому что я... Давай я попробую. А, ну все. Ой, это комбинезончик. Покажи, Дашенька, какая она. А, еще ботиночки ей, да? Быстренькая девочка. Кстати, тоже сердечком только розовенькая. Покажи. Милота. А какие у вас, девчонки, ногти красивые. Мне так нравится. Новогодние. Тоже новогодние, да? У нас вот так красиво мерцает шарик. Прям новогодний. Правда, куколка лежит в нем. Ну, ничего страшного. Ребята, она уже какая красивая куколка. Покажи. Ну, правда, волосы прям давно. Прорисовка очень красивая. Мне она очень нравится. Ничего страшного. Ладно, ребята, давайте. А бутылочки у нее не было? А, была. Вот. Была. Все, складываю во второй шарик. А второй не светится шарик? Нет. И второй у нас попался вот такой вот.
Здорово. Вы потом выберете, да, какого сделать снеговика? Или же можно двухстороннего? Складывай, Дашенька, второй шарик. И дай, Миланка оденет второй шарик на снеговика. Ты первый одевала? Миланка слепит снеговика вторую часть. Вот так мы с вами сегодня лепим снеговика. Интересно, да? Снега нет на улице. Зато у нас дома снеговик. Ура, зато светящийся. Посмотрите, какой. Надеюсь, все подойдет. И все станет на места. Ну, оно да, оно вроде как стоит. Ну ничего, красиво как. Оно даже стоит. Да, очень круто. И открывайте вместе. О, шар убежал. У нас уже шарики тут скакают. А за девчонками подарки, подарки, подарки. Смотри, питомец и кукла или кукла. Сейчас посмотрим. Все, что угодно. Ну, вроде как ничего не поменялось. Лежат разноцветные пакетики. Ну, очень-очень красивые. Мне куколки очень нравятся, пока что. Я может быть, третья мне не понравится. Да, вообще не будет животного. Ребята, я правда обожаю эти куколки, особенно их распаковывать. Так, где у нас тут молния? Да, конечно, было бы удобнее, если бы молния... Вот, дальше распаковывать. Да, это, наверное, все-таки был самый маленький. И опять наклейки. Я уже вижу. Да. Такие же, да? Такие же, да, как и в первом. Очень жалко. Ну, я думаю, что вы выберете. Конфетти. Можно будет наклеить, чтобы... Так, ты открывай самого большого. Платье. Да. Опять такое же, что ли? Ботиночек. Бутылочка такая же. Неужели опять такая же повторюшка? А нет. Ну, такая же, но правда... Другим цветом волос. А, ну тогда здорово. Ух ты, красота какая. Какую первую? Так, Делаешь? Шикарно. Ребят, это от этой. От средней, да. Они, по-моему, не доложили что-то тут. Чубка белая. Я же вижу, что там валяется какой-то пакетик. Да, я наклеиваю на верхнюю. Ой, надо такой другой. А, да, все правильно. Вот такой красивый снеговик у нас получился. Подписывайся на Дашин канал, ставь лайк. Всем пока-пока!